Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Макс, Григорий и Артур. Со мной рядом бандит. Не знаю, что там у вас происходит, но он мне только что дал пистолет. Так что, парень, если ты это смотришь, спасибо большое. Ты можешь ему это сказать в микрофон. Я им сказал только что. Ага. Не за что. Привет всем. А, да, всем передай привет. Привет всем, со мной Кровосос. Мы с Максимом появились у пикапчика. Джек, иди, наверное, да, прелюдию к этой серии вы можете увидеть у меня, наверное, я на канале. Я беру желтым экраном вообще. Короче, я понял тебя, Джек, я вижу тебя, это я в елке. Да-да-да. Джек, да, да, иди за колесо. За мной кровосос, он я может понял. На тебя напасть. На меня, я убиваю. А Артур, к сожалению, пал жертвой гравитации, и поэтому он сейчас не с нами. Плохо слышу. В общем, здесь все... Да, здесь все... Произошло не так, как мы хотели. Можно взять что? Да, беру. Да, Артур, видимо, не с нами. В общем, мы 4 Блин, часа. Я у него чуть не спер графику. Ну, я не хотел, на самом деле, шучу. Я думал, Джек, надо колесо и канистру. Я понимаю, я сейчас буду вламываться на завод. Хорошо. Кровосос. Слышу опять кровососа. Ребята, вы где находитесь? У меня мы тут находимся там, самаритянин очередной, который меня просто выручил, на самом деле. Если ты это смотришь, я тебя просто обожаю. Что нам нужно сделать? Спасибо. Все? Ну... Я просто боюсь, что он меня выстрелит, потому что что-то как-то страшновато. Но я ему сказал большое спасибо. И сейчас побежал со своим MP5, ой, с Макаром, с глушаком. И мне норм. Теперь понять, в какую сторону, потому что это вообще не ориентируюсь. Это, кстати, та самая переправа, на которой другой добрый самаритянин пытался меня... Помер. А, понял, на госпиталь, кровь, да? И... Джек, а, ой, Артур, может ты туда пойдешь в госпиталь, набежи антибиотики Джеку, а мы подъедем? Хорошо, давай. Вы подъедете? Чего у вас машина там? Есть машина, сейчас все будет. За мной кровососы, куча зомби, в общем. Короче, все как машину достали все оттуда каким-то образом. Мы были на стрельба. Том же самом заводе. Ладно, я помолчу, там у ребят, похоже, серьезный. Жек, ты пошел. Стрелял? Нет, я в заводе, где Артур тогда умер. Понял. Стрельба с 300. 300 в северо-запад. Еще один выстрел. Моя слепая точка, я тут ничего не вижу. Ну, то есть я вижу все, кроме северо-запада. Понятно. Угу. Ну, то есть у меня компаса нет, поэтому... По ощущениям стреляли по зомби? По ощущениям... Из чего стреляли вообще? Выстрел с Айгада МР. А, ну, не так серьезно. А с Айгад ты помнишь, где лежала ведь? Так нет, тут 500 тысяч рестарта было. Понятно. Блин, за мной явно кровосос, я его слышу просто. Поэтому нам нужно выезжать быстро как-то. Короче, мы зашли на этот сервер, там была машина. Шустрел сбегал к вышке, которая была, потому что увидел там человека и из... Ой, не по мне стреляет, интересно. И... Убил Застрелил. Человека со своего... Да как я с этого пистолета, я ему там... Гаусс-пушка. Впрочем, Гаусс-пушка. Да, убил человека гаусс-пушкой. После этого мы побежали к джипу, джип застрял. Мы побежали к нему достать детали. Я в лаге упал с лестницы, умер. А что у вас там, товарищи, происходит, я до сих пор не пойму. Ну, в общем, у них вроде машина, они ее чинят, а я тут, как видите... Но мы, короче, типа на заводе, в котором весь все зациклено. Завод смерти, давайте называть его так. Да. Мой персонаж по-прежнему кашляет. Я сижу на втором этаже, на первом этаже стройки. Чертов. Ты не нашел ни колесо, ни бензин, ничего? Кровосос. Я канистру вроде видел. Но колесо у меня с собой вообще. А, у тебя есть куда взять? Да, конечно. Но почему-то я, видимо, его не в машину не починил. У меня, а нам, в принципе, новости. Сейчас нафига с тобой колесо-то? Помнишь пулемет, который я забрал из Степанца? А? Его больше нет, он тоже исчез. Да, вообще хотим сказать насчет сервера, то что сегодня мы на него зашли буквально где-то час, попарились, может даже больше, потому что тупые школьники его не досят. Опять же, я не говорю, что все школьники тупые, потому что почему-то давай, любое давай упоминание так, школы... Тупая школота. Да нет, школота это тоже некоторые воспринимают на свой счет. Школота та же самая, бывает тоже. Умный тупой. Тупая школота пытается портить людям жизнь. И они додосят этот сервер. Не знаю, зачем они это делают, потому что нам, в принципе, пофигу. Но, судя по всему, администрация решила этот вопрос за час. Ну, короче говоря, правда, да. Правда, когда припекло. То есть до этого никто ничем вроде как... Припекло? Ну да, началось все лагать, и они решили вопрос сразу же. Понятно. В общем, вот такие дела и... Пока не пняш не звоняет, да. Продолжаем. Короче, Макс, я кидаю красную всякого. Домовуху. Здесь выкидывала. Завод. Зачем? Зомбей туда согнать, а сам хочу свалить. А ты не кровосос подо мной, ты можешь его с гауски снять?
Блин, если я сейчас стрельну с галки, сюда сбежится вся округа. Ну, если я со своей стрельну, то сюда сбежится вся округа. А ты его видишь? Мне почему-то игра фризится каждые секунд 20. Подхожу. У меня норм. Подходишь к больничке. Да, к больничке. Со скольки выстрелов, как вы думаете, я с Макарова с глушителем смогу разнести стекло там? Ставлю пятерку, что ты его вообще не разнесешь. Отлично. Спасибо. Я захожу в магазин тогда. Так, Макс, что нам надо? Колесо у меня есть. Колесо и канистра. Бензин только. А ты вообще где? А я посуду с крыши подходишь. Мать, блин, чтобы тебя никто не удивил. Здесь ты появишься. О, капец. Бензин только. Я сижу на этом, на заводе, где мы начинали серию. Понятно, я напротив. Короче, пассажиров полный вагон. Сейчас я должен подлечиться. О, а здесь, похоже, кто-то пасет, потому что главный вход прикрыт колючей проволокой. Очень неумело, конечно, но, по крайней мере, кто-то есть, походу. Кровью я теку, как не знаю кто, а бинт у меня всего один. Отлично. Как женщина в те самые дни. В те самые. Здесь есть арбалет. Если бы я был Дэрилом, я бы заплакал от счастья. Но я а я бы взял арбалет. Ну, конечно, не вместо гаусс-пушки, но это очень веселый ствол. Подо мной кровосос шлепает, если честно. Может, его изменили как-то в лучшую сторону с тех пор, как я играл? Нет. Все такое же говёное. Короче, я пойду дальше искать канистру. Видимо, мне придется с кровососом постучаться. Он подо мной, Джек. Да, он и подо мной ходит. Просто иду в завод тогда, я не знаю. Ну, вот здесь Артур просто бежал и упал, и умер. Да, ты там поаккуратнее как-нибудь, я уже боюсь этих мест. Я вообще боюсь теперь тут ходить. Ой, да что же за фризы? Я не понимаю. Фризы — это нехорошо. Какие дела? Как у вас машина там? Стоит? Да, я как поросенок Петр просто сваливаю. Ну что, мне эти бензин искать? Ребятки. Нелогично как-то. Не-не-не, ты сиди. Я сижу. Интересно, как пикап вылез? Почему без колеса? Почему он вообще не там стоит, где был? Слушай, ага. Композитный лук. Я слышу мух. Япона, мать, я опять теку. Туда, куда иду я слышу мух. Мне больше интересно, почему умер тот человек на пикапе. То есть, здесь мертвый мужик. Как его звали? С дробовиком. Его звали Анри. Анри. Тьерри? Возможно, Тьерри. Бедный футболист. Бедный. А композитный лук, если я из него стрелой шарахну, я смогу его потом подобрать? Это DayZ. И у него этот как был. Как повезет. Чешский. Не, ну вообще по логике можно, да? То есть... Да. Я помню, как из Джек Шопа стрелял в первых сериях. И мы потом где-то полчаса. Как оно бывает? Ты стреляешь зомби в голову, да, он падает, и он головой, получается, входит в землю, и стрела уходит под землю. Ну, торчит в земле. Не знаю, понял ты меня или нет. Но мы тогда арбалетную стрелу минут 10 искали. Так. Короче, такие дела. А с человеком как она? Ничего не улучшили там насчет. С одного выстрела там 88 тысяч крови снимает. 8. Охереть, это же круто, по-моему. Тогда мне он даже нравится. Ты не попадешь, снимал. Ну да, прицел у него упоротый. И он стреляет выше. Прицел. То есть нужно ниже целиться? А, ниже, да, целиться. Намного. А, интересно, я это стрелу. Сантиметра 2, наверное, тишину добрать. Господи, что ж делать-то тут мне? Бензин искать и поехали. Стараюсь. Ребята, ну вообще тут вокруг чисто, больше никого нет. Я не понимаю, как умер этот мужик с дробовиком. Я не понимаю, почему у меня фризится игра. А у меня нет. И это вообще все печально. Я вообще не понимаю, что я тут делаю. Я же... тихо, ребята. А они сквозь стену тут могут бить, интересно, нет? О, могут еще как... Япона, мать. Зарядили, да. Хоть кому-то весело. Очень весело, знаешь, приезжайте быстрее давай. Не страшно. Джек, я сейчас спущусь и буду искать бензин. Окей. В общем, я сейчас еще пофризится пару раз, то я думаю, я в релок быстренько выйду. Лучше просто вернись и посмотри, что ты забыл выключить. Все выключено. Да даже если не выключено, блин. В школах же оружие не бывает. Все, канистра. Бывает, Энфилды всякие.
Ну, мне бы хотя бы... Пистолеты, 911 Винфилд, очень часто. Да. Кадистра. Рвём к... Идём? Рвём к машине, да. Уловил. Я в каме, и я в школе. И мне пока нечем разбить стекло больнички, поэтому... ничего такого у меня нет. Топлю. Да мне бы самому не помешало, у меня половинка. Припёрся. А я все кашляю. Ой, товарищ топором. Тихо-тихо, чувак. А-а-а, стой. Не делай я ничего. Я тоже, да. Спокойно-спокойно. Давай без топоров. Вроде раскатил. Да-да-да. Спокойно, дружище. Тебя сзади бьют. Ну, ты его узнал? Вроде узнал. Плохо дело. На самом деле нормально, потому что я его могу убить. А он с топором запарится за мной бегать. Потому что у меня кроме топора такое ощущение ничего нет. Что-то он там залип, похоже, печат что-то пытается. Не знаю, что на сервере чата нет как такового. Блин, Макс, мне придется пару сек на заводе откантоваться. Лагарь, я так понял. Действительно, да, проверить, что с записи, потому что я не понимаю. Дружище, ты где? Перевяжись, у тебя течет там, я не знаю. Так. Вообще нормально ничего все? Не запущено. Микрофон нет, что ли? Тут чат отключен. Мертвые кровососы лежат. На рельсах. Слушай, помоги с дверью больницы, нормально. А? Я не могу ее разбить просто. У меня оружие слабо. Топориком сможешь? Тут мертвый человек в армклоузе. С бизоном. Стекло больницы. Стекло больницы разбить. Потому что я не могу, у меня оружие слабое. Понял. Вроде узнал. Блин, реально. Блин, откуда у таких голых людей вармхоузы? Их же хрен достанешь. Ладно. Сказали сейчас тебе, что гильли греет. Чуть-чуть. Я не знаю, он какой-то потерянный, потому что. А блин, там стекло-то уже. На этом пикапе был страшный замес, я тебе так скажу. Умерли два человека. И ты, офигеть, естественно, их нашел уже мертвыми. Естественно, я к этому не причастен. Две пачки антибиотиков, Джек. Не твоя работа. Танцуй. Ты мой лучший друг. Эпипены. Возьму один. Я возьму два. Три пака, два антибиотика. Да сейчас наш подъет. Но я бы так не сказал. Да. Снимаем. Сейчас меня грохнет, смотри. Он что-то пишет или говорит? Не, говорит. Ты же сказал, у него микрофона нет. Вроде появился. Я имею в виду. Купил, сбегал. Так, я продолжаю запись. Надеюсь, все проблемы решатся. Жду тебя, брат. Ну, вообще там чисто, да? Вообще, да. Я бы уже был мертв, если бы нет просто. Ну да. Кто-то где-то, блин, сейчас его схарчат. Боишься за мной? Не ходи туда, там. Там жрут сквозь стену. Ну, у меня вроде тут товарищи подружились. Ты туда не ходи, ты сюда ходи, ага. Снег башка попадет. Так. Жек, я похоронил обоих. Давай, брат. Давай, я уже у вышки. Хорошо. Зомби как-нибудь надо бы. А я их уже потерял в елках. Я сейчас тоже по елкам пройду. Короче, у меня кровь более утоляющая. Что нам нужно-то? Нам на самом деле антибиотики и кровь. Кровь есть, антибиотиков нет. Жалко. Антибиотиков у меня есть две пачки, если что. Ну, я только что да, сделал. Да, да. Вижу тебя, Джек. Чини. Колеса-то нет переднего левого. Так я же говорю, чини, заливай. Ага, поехали. Сейчас я залью. Пока ты будешь заниматься этим, я тебе положу антибиотики. По-моему, надо на бензобак же, да, наводиться, чтобы... О, черт, ах, я опять не то сделал. Refuel pickup? Окей. А потом левая передняя. Ай, какой я... Блэки бой, что там? Да я случайно хитпак использовал, ввиду своей крепости. Ой, это так меня печалит, честно говоря. Ну посмотри, тут столько всего. А, это мой рюкзак, что ли? Нет, это не мой рюкзак. Джек, потом. Там еды ребята, много. Ребята, езжайте ко мне, мне на самом деле тут страшновато. Сейчас. Кен,
Ты Макс, же... все это время колесо и... было в машине. То есть, товарищ, поймите правильно, он вроде неплохой, но я им не доверяю. Я понял, что случилось. Left back я только колесо могу починить, но у нас же переднее левое. Ладно, дружище, спасибо, я в лес пойду. Ладно, спасибо тебе. Либо где? Спасибо, говорю, я в лес пойду. Сейчас там наши приедут. Ну, почини нас, нет? Нет, давай дальше. Тебе кровь не перелить? Ну, давай. Другие не чинятся просто. Другого выбора нет, колеса. Хорошо, ман, так, возьми у меня, пожалуйста, быстро сейчас. Дышим здоровье. Я уже запарился. Спасибо за с помощь. Антибиотиками бегать. Давай. Зомби сами. Ты уже давай хочешь съесть, да? Я все просто. Хочется. Сзади зомбак бежит быстрее. Все, съел. Ухожу. Хорош. Уходи. Уйди его нахер отсюда. У тебя еще второе колесо осталось? Да-да-да, в рюкзаке. Понял тебя. Сейчас посмотрим на состояние пикапа в целом. Да, одного колеса нет, бензин даже не нужен. Я залил. Репти, мне страшно. Пробуй отремонтировать. Не появляется, нет, походи вот так вот по бокам, посмотри. Да за мной зомби бегают. Ни одно другому не мешает. Тебя бьет один. А не, он не попадет никогда. Слышь, Блэк, тут проблема, не чинится походу машина. Отлично. Невозможно, это колесо вообще, я даже навожусь на него, но... И вылезти никак вообще, да? Так нет, без колеса как? А, ну уже без колеса, то есть с конкретно? Да, левого колеса переднего нету, просто но не я чинить. Нет меню починить. Нет его в выборе, да. Давай, знаешь, как мы сделаем? Тоска, печаль, в какую сторону мне идти от этого? Прострели господи. Это колесо, которое там стоит, типа его, которого нет. Подойди, всади в него пару пуль. Хорош, все. Теперь... А, кость сломали! Я это без сознания. А я с гаусс пушкой. Больше у тебя ни пистолет, ничего нет. Ничего нет. Ты под машиной лежишь. Твою мать. Ну, я могу сказать, что у вас проблемы. Перебинтуй меня хотя бы. Ты можешь его тащить? А, ты вон под машиной лежит. Я куда-то плыву. Я уношу его нахер отсюда. Меня утаскивают, да, отлично. Блин, а я плыву передом вперед. Мне далеко от вас вообще, нет? Да. Плохо. Я вижу здесь какой-то порт с краном. Зомби за нами? Портовым. Это что? Да. Мы ходим через елки. Походу, без ответа. Ну ладно. Очень опасный момент, прости. Я ну, ладно, я понимаю. Так, все. Перебинтовывайся. Заливаю тебе кровь. Давай. Блин, вот вообще, у меня звук пропал. Ну это его типа глухануло. Ребят, вы не против? Я там одну кровушку потратил, чтобы человеку помочь. Конечно. Который меня сильно выручил. Если ты это смотришь, ты просто большая молодчина. Все, большой круто, молодчина, то есть именно без обид. Джек, нужно колесо, чтобы не положил в сундук. А тебе? Да. Давай. Все. Красава. У тебя пустая банка от еды лежит там. Можешь ее... А, не, она мне нужна для того, чтобы воду, говорит, ну, кипятить. А, понял, понял. Я думал, что... Нет, нет, нет. Так, а нафига я стонаги с собой ношу, получается? Кто-то покушал. Там 4 банки еды было в этом. Угу. В машине всякие патроны разные. Я все-таки хочу на нее уехать просто. Ну, я бы тоже хотел. А вы, кстати, говорите, что заедете за мной на этой машине, она же двухместная. Вы и вы поедете дальше. Мы-то я... заедем, мы с тобой поедем, я вольным хлебом. Пойдет с гаусс-пушкой, да. А, как с гаусс-пушкой? У нас будет цель, но вы будете ее достигать определенно быстрее. Найти другую машину четырехместную. Малейшие понятия есть, где она может находиться? Где угодно. Отлично. Мы просто будем рассекать и, в общем... Не, ну это нормальная цель на самом деле, потому что я машину люблю. Да. Как помнишь, Макс, помнишь, ты такой? Я такой, человек у лесополосы такой. Да-да, стреляй, стреляй, стреляй. Это я кричал, что враг. Да ладно, стрелял ты. Если бы не моя такая великолепная метка. Я слышал голос, то... нет, это машина. Ты сделал колесо? Нет. Блин. Догонишь, сделал. Не, не сделал, она просто по кругу гоняет. Что, зомби не убивать, они машину не сломают? Показалось, я просто со мной кто-то голосом говорил опять. Возможно. Возможно, кто-то идет прямо за твоей спиной? Я думаю, это тот же товарищ, только что-то я не вижу.
Угу. Джей, готовься, мы сейчас, может быть, будем уходить с тобой. Без машины? Да. Да, без нее и пойдем. Пойдем, давай за мной. Давай. Увы и ах, мы пытались. Да. Может быть, мы что-то делаем неправильно, но я... Ну нету, заднее колесо можно было починить, оно вообще нормально стояло. Угу. Переднее нет. Ты за мной, брат? Да, да, да. Все, давай, пошли. 35 метров где-то. А ты мне перелил кровь, а мне показали, что все было в порядке, но сейчас у меня опять половина здоровья. Это странно. Это очень странно. Бывает у меня такое, есть пакет, кстати, я могу тебе дать, чтобы снова залил. Хорошо, сейчас убежим от зомби и все сделаем. А касаемо... Так, подожди, если север там... Ну да, все верно. А такое бывает вообще, что в топоре кончаются патроны? Нет. Бывает. У меня вот так вот сейчас. Ты должен его, эту тулбокс и обратно забрать. Тогда будет у тебя все опять полное. Ну, нажать на G, правой кнопкой по нему, вернуть да, его. Да, понял, да. Понятно. Как наши дела, Джек? Я бегу. Давай в этой елке я тебе залью кровь. Пытаюсь от этих отвязаться, но вроде один бежит нагло очень. А, это он, да? Да-да-да. Слышь, он вообще, он мне кровь пустил. Блин, это реально опасен. Нагло. Он вообще даже в елке сидел, он ворвался на меня. Это зомбак, которому плевать на елке. Время 4 дня. У тебя кровь. Я понял. А он бежит. Он встал в елку. Все, он забил на нас. Иди ко мне, я в другой уже елке. Угу. Я у тебя сейчас кровь в сумке возьму и залью. Ага. Я вообще на том полуострове нахожусь, на котором вы. Если я нахожусь... Со стороны больницы? Да. Нет. Отлично. Так, у меня он в рюкзаке, да. Понял. Взял. Так, мне нужно попить. У тебя есть баночка Кока-Колы? Да, была. Посмотри в сумку. Потому что у меня одна эта. Да, у тебя даже три, отлично. Смачно. Похрумка. Всё, давай. Все, здоровье полное. Угу, погнали. Артур, помнишь переправу? Да. Ты должен вернуться на переправу и перейти через нее. Хорошо, сейчас я просто, по-моему, поднимаюсь в такое место, где начну мерзнуть. Поэтому... А, я знаю, это горка. Ты вообще не в ту сторону, не в ту степь пошел. Да я понял, уже сейчас я еду примерно обратно. Угу. Немножко другим путем, потому что я чувствую, что здесь что-то заныкано. У меня чуть такая. Да, интересно. Да. Ну, просто место такое неприметное. Ага. Я, кстати, там вообще никогда не хожу, действительно. Ну, то есть, там нечего делать просто. Может быть, может быть. Так. Сейчас все елочки обойдем. По дороге. Джек, злачный завод. Смерти. О-о-о. Который был в прошлом. У нас почему-то с заводами вообще не лады. Вообще не лады. Даже если с Черноруссии начинаю. Совсем. Ой, самое страшное место было на заводе, помните? Ага. Убивать. Царство ему небесное. Ну да. Вот, у меня же карта есть, что я туплю. Облака идут на восток, Артур. Облаков я не вижу. Все. Да, облака идут на восток, как мне сказали. Не, я прекрасно сориентировался, и сейчас... А, не, нормально видно. Я бы понимал, где находится... Ладно, да, сначала ты прикинь, нужно... и правда на восток. Если я не на восток, то мне вот сюда надо. Но у меня так-то компас есть, поэтому... Да. Кстати, когда по тебе стреляли в восьмой вроде серии, мне казалось, что чувак-то тут направо куда-то побежал, он вообще был слева. Пока мы стреляли? Ну, по Максу когда, вот, да, стреляли. Когда в гору ушли? Я думал, что он правее ушел и пытался там мониторить, а он на самом деле вообще здесь слева был. Здесь слева был, да. И ты его так хорошо увидел, кстати. А, так вышло. Блин, капец, я мог сляги попить и вот тут наполнить. Ну ладно. Ничего страшного. Вода это такое, вот еда. Да, газировка сейчас все-таки она по это не заразит хотя бы. Угу. Кока-колу делали на совесть. Как хорошо, когда все не трясется. И как плохо иногда все лагает. Ну заметьте, смотрите, все пофиксили, ребята. То есть, ну, работает игра. Ну, работает, да. Все нормально. Хорошо. Даже кики работают.
Нет, вообще все на сервере админы просто большие молодцы. Очень хорошо работают. Практически всегда. Все реагируют оперативно. Вы напомнили мне песню Эдуарда Сурового, которую я не хочу петь сейчас. Про общежитие, 45 этаж и урок ОБЖ. Я просто не хочу знать. Да. Рестарт сервера. О, это нормально, на самом деле. Как раз на эту серию. Серия как раз. Ага, вот и тайм, вот и засекать не надо. Вообще, посмотрите, когда все события резко перевернулись. В конце прошлой серии мы все втроем были готовы на машине куда-нибудь уезжать, на чьей-нибудь. А теперь мы снова разбросаны. Да, и Артур погиб, стройка, гравитация, будь проклят Исаак, да. Ньютон. Да, гравитация шестерва. Ну, я тут неплохо уже устроился, честно говоря. У меня есть кровь, у меня есть оружие. Жесть, на самом деле, ты в курсе, что ты бежишь с человеком, который сейчас враг народа номер один? Я знаю, и поэтому я тебя прикрою. Что... Вот с таким вот оружием, да. И со мной сисюкаться никто здесь не будет. Ты просто большая ходячая мишень. Точно. Да. Ну, я поглядываю вроде бы. Да и ты 100% поглядываешь. Ага. Вроде чист. Вроде как. Но это оно как всегда. Чисто, чисто. Оп, по мне стреляют. Она, кстати, немного весит для тебя. Ты так резво бежишь с ней. Я вообще, поверь мне, я могу... Что я могу? Все могу. Ой, ой, ой. Пень. Кабан. Кабан же не может мне шарахнуть. Оп, тактикал глассес, не знаем таких. Сразу на нуб под энтери нажал. Кабан, извини. Кабан, 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 не кабан нужен. Же. Его имя было неизвестно. Он умер от неизвестной причины. Блин, как мы топор первого козлика убили. Ты, кстати, разделать кого-то можешь? Нет, у меня ножа нет. Зачем же ты его убил? Я просто забыл, что... Жажда крови. Знаешь, почему это вообще произошло? Я просто пересрал и подумал, что это снайпер сидит в этом... О, господи! Барашек такой сидит. Дайте ему таблеток быстро. Ты принимал сегодня лекарства? Я их, по-моему, принял слишком много. Слишком много. Нет, я подумал в этом, как его, в Вуке. Смотри, бежит, выживший справа. Ага, видишь? Он причем так странно на тебя побежал. Я хотел сказать, но потом вижу зомби, потом вижу, что он на тебя. Ага. А потом я вижу гаусс-пушка, а потом я вижу взрыв, воронка в 5 метров. И мертвый. И окровавленные глаза твои. Из которых просто брызгает кровь и ярость. Тут справа дымится что-то, слышишь, тут вертолет упал. Точно. Прикольно у вас там. Хоть не на нас. Хоть не на нас. А то у Артура опыт есть. Вот с ним, знаешь, вот с ним очень опасно бегать вообще по таким локациям. Все время что-нибудь падает. Вот не надо вот. То вертолет. Не, ну вертолет. Сначала мы его эпично срубили, согласитесь. Были. Ничего, брат, надо уходить. Причем ты его снес в большинстве своем с пулемета. Слева выброс этого антибиотиков. Ну, короче, халява лежит на полу, надо пойти забрать. Шикарно, забираем. Антибиотики мы любим. Ебану мать, я же замерзаю, я забыл. Я все время забываю про эту штуку. Да, иногда бывает холодно. Иногда тогда. Припекает морозом. Винтик. Шпунтик. Вот все. Валим. Че нету? А. Какой кошмар. Стою на асфальте, я в лыжи обутый. То ли лыжи... Тихо, ребята, тихо. То ли тихо, ребята. Сейчас включили. Ну, Макс, справа выживший. Внизу на берегу. Вроде кепка, не уверен. Ты его видишь отсюда? Да. Я нет. Тихо, что там? В маске бандита. А нет, или просто... Я его даже не вижу, брат. Вон он бежит у воды. А, вижу. С оружием? Да. Нет, без оружия. Бандит, он бандит, он бандос. Да? Решаем. Ну, не знаю, мне два бандита помогли сегодня. Слева дым на берегу. Он оттуда. Нам вообще налево, да, или куда? Да, налево. Но можем его отпустить, в принципе, да. Ну, пусть еще ходит. Один выживший бежит по полю прям, слышишь, с оружием. С топором. Вижу. С топором. Слышишь, Артур, твой друг? Ну, может быть, честно говоря. Но на самом деле у меня с топором был в костюме бандита. Это не бандит. Джек, подходит к нам. Ты знаешь, что делать. Видишь, он впереди? Я понял, да. Я вижу, абсолютно точно вижу. Никаких проблем, я думаю, у нас не возникнет с ним. Я тоже думаю. Иди домой!
Сейчас чувак такой падает, и в этой игре сразу появляется функция покакивания. Неожиданно совершенно. Да я тут сам чуть эту функцию не включил, что таким голосом. Неожиданно, я буду вас предупреждать. Слышь, тут бандит-то там тусит. Я назад посмотрел, там вроде силуэт зомби. Нет, это силуэт зомби. Он медленно уйдет. Я не знаю, что это. Вертолет. Зомбат нагренный вообще напрягает меня. Вертолет, да. Я знаю. Причем здесь хеликраша нет. Если что, это, видимо, ну там лут лежит. Это странно. Обычно около хеликраша лута нет. Блин. Точнее, около такого, ну... Ну, который сам упал. Да, который своей лихой гравитацией, опять же. Бессердечный. Серый. Ну что, смотри, два выживших, откуда-то бегут. Опять бежит, а вот этот со стволом. Не вижу. Со стволом бандит с двухстволкой. Он показывает дружественный знак. А вон он, у вертика, да? Да, он показывает дружественный знак, он с дробовиком. Ну, меня убили! Вот тебе, мать твою, и дружественность. Откуда, ты не знаешь? И все, меня нет. Я понял. Тоска печаль, Джек. Выживи. Макс, я, блин, я могу сейчас это... Отомсти. Снайпер, скорее всего. Скорее всего. Ну, звук такой, опять же, был не бум, а просто и все. Да-да-да, просто... расслабился, спокойно. Тут моего друга только что сняли с голову, снайпер здесь где-то, не знаю где. Надеюсь, ты не предашь меня. Будь осторожен, в любом случае. Он говоришь? Нет. Ты могёшь. Я пытаюсь мстить, но не могу, я не вижу, кому мне мстить. Даже не могу тебе никак помочь. Я не знаю, откуда был выстрел. Ты просто так щелчок упал. Ствол, да? Убери. Да, просто я упал. Он упал. Его только что снайпер загасил у меня на глазах. Ты бегаешь кругами вокруг или как? Я? Твой друг упал? Да, только что этому прям в голову дали. Вот. Неужели там такой снайпер офигенный? Он на месте стоял, тут дурак весь рост. И снайпер сейчас... И я тоже в голову словил. Да. Отлично вообще. По-моему, не снайпер. Есть такие дела. Хороший был гаус, вкусный. Найдем. А еще. Я появился у старого госпиталя. У старого это? Госпиталя? Беги на переправу, ты чё? А где это старый госпиталь? Это там, где переправа, сразу. Я вижу желтый край. Ну, это на котором я был? Да. Так, Джек Шепард, я около тебя, сейчас мы найдем. Я вижу желтый кран и... Выбегай, ты помнишь, как на переправу идти? Я не помню. Или лучше в магазине там запрись, хотя там может чувак какой-нибудь быть. Там один товарищ был, если что, ори ему, чтобы... Но я на дороге. На дороге? Лес какой-то, я не знаю, честно говоря. Ты на дороге быть. Где-то, наверное, в 200 метрах сверху. Рядом со мной с калаша стреляют. С твоим трупом? Нет, я появился только что, рядом со мной сказал, что так... От желтого крана куда бежать? От двух желтых кранов. Ты поднимайся в горку просто. И выходи на дорогу. А, я на дороге. Что-то я все меньше и меньше хочу дружить. Не знаю. Это было вообще странно. Ты просто увидишь, как у меня было, у меня с дружбой было вообще прекрасно. О, я вообще в Норинске появился, это черт короче, знает. Короче, я к двум кранам подбегаю. Я нашел палатку. Ребята, сейчас... Сейчас все будет. Все okay. Пошло не так. Все пошло абсолютно не так. Сейчас, ну, скорее всего, я тоже славлю. Две кепки-то пробежали. Это, походу, этот же. Как он? Ну, короче, ничего. А, да-да-да, я у больничек. Все, я у больничек. Ты у больничек, может, ты свалишь наверх ко мне, потому что здесь что-то неспокойное последний наверх раз. Наверх откуда? Мы тогда заряжали. Да-да-да-да. Ну, мне бы тут что-нибудь бы взять хотя бы. Медикаменты там. У меня есть медикаменты. Хотя факт. Там стекло, по-моему, разбито. Я не знаю, просто ты сейчас умрешь, потому что отбиваться нам нечем. Стекло не разбито. И внутри два мертвых мужика. Я скоро простужусь, кстати говоря, потому что у меня хитпака нет. Поэтому по-любому нам сейчас туда, я к тебе иду. Либо ну, я помру, тут, я в каме, я живой тебя чувак, вижу. Тут живой чувак его бьют, он с оружием. Внутри магазина. Я бы сказал, факт защитить. Постарайся подружиться. Ладно, я попробую. Ты все равно там полуголый. Шансов-то у меня нет. Парень, что парень, в магазине не стреляй. Ты сзади заходишь? Да. Это я. Отлично. Дружище, не стреляй, ты свои.
Свои. Все, тихо. Ой, тут зомби. Да не стреляй ты, ёлы-палы, ну что ты делаешь? Не стреляй. Он стрелял по тебе? Нет, он оружие достал. Френдлис. Ёлы, все норм. Отлично, от зомби отделаешься. Рестарция. Кого он стреляет? Ты бинтуешься? Да. Отлично. Чё, как жизнь? Он говорит, по нему работает откуда-то. Не понял. Просто три, что ли? А, блин, зомби. Блин, я, может, пистолет найду? Отлично вообще. Просто здесь знаешь, какая тема? Здесь, короче, товарищ только что пробежал. Вот он. Не стреляй, свои, не стреляй, друзья. Свои. Мне только аптечка нужна, ребят. А кровь, что ли, нужна? Что? Кровь нужна. Кто-то пишет, я с монтировкой не стреляю. Можно найти там другану, он ноги сломал где-то вдалеке. Не, морфина нет. У тебя хитпака нет, случай? Ну, я сейчас сломаю, я пойду это стекло вам искать. А, скажи им, что два трупа в этой больничке, пусть будет осторожен. А что со мной скажешь? Я в другой части магазина. Вы главное смотрите, два трупа в больничке, если что, там кто-то стреляет по людям. Я просто уже ушел. Так, тут водичка. Ты где? Я в главном зале. Я в нем уже. Я возьму водичку и, наверное, пойдем медикаменты брать. Да сейчас уже будет рестарт сервер просто. Че у тебя, Шус, ты где? Бегу забирать Гаусс. А, у тебя у меня КМ. Кровная месть. Да эта шлюха поплатится. Вы знаете, что самое главное? То, что у меня температуры вообще нет. В смысле, ноль? Ну исчезла? Нет, у меня мигает градусник, ему ты очень плохо. Я топор нашел, Артур. Отлично, бери топор в руки и пойдем этот стекла разбивать, вандалить потихоньку. Зомби, доставай это топор. Это ты там выходишь? Нет, я в контейнере. Да, я понял, где ты, хорошо. Ты меня видишь? Нет, я внутри здания пока. Я через главный вход вышел к больничке, в которой мы с тобой были, иду. В котором мы с тобой были, хорошо. Да. Тут два трупа. Я в КАМА, если что. О, пакет. Красава, где ты уже нашел? Да я тут его и нашел в школе. Пакет крови беру. А тебя не волнует, что этот народ лежит весь этот... Так, а что делать-то теперь? Я могу волноваться. Стреляет? Но... Да, это наши свинчестеры. Уверен? Да. Парней не проверял? Насчет чего? Насчет чего-нибудь. Так, у него нож у одного. Пейнкиллер снялся. Ничего хорошего у них нет. Здоровый подпор. Пейнкиллер вот есть. Если тебе пейнкиллер нужны. Не, часы. Блин, мне вообще что-нибудь получше, чем топор. Так, ты залутался? Я тут всего два пакета. О, еще пакет крови. Возьми. А, блин, сейчас же рестарт будет, я не успею. Да. Артур, пакет крови есть? У меня два пакета крови. А, ну вот тут возьми третий тогда уж, все равно. Сейчас я скину всякую этот. Хорошо, три пакета крови. И у меня три. Хоть где-нибудь бы. Нету. Так, куда рвем мы отсюда? Да мы сейчас этот, да, выйдем туда обратно на горочку, да, собственно, заканчивать, наверное, будем, потому что сейчас вылетит уже все. Давай. Come with me if you want to leave. I want. Don't shoot. Friendlies. Don't shoot. Хотя это русский человек. I know. Russian... Нет. School только of English. Только что 5 было минут, как одна. Уже. Александр Невский. Да, Александр Невский. Да. You don't like it, fuck you. Не, I fuck you. Невероятно. Джек Шепард, ты... За мной? Нет, ты за мной, я бежал параллельно тебе. Вот, все, пошли в горку. Пошустрелены тактики. Черт, я реально не успею. Да, жалко. Да, не успеешь уже, похоже.
Ну давайте тогда начинайте прощальную речь, господи. Ну, а чё? Что тут можно сказать? Мы в дерьме. Да, на самом деле, полном. Вы в дерьме. Потому что я просто шикарный. За эту серию просто полюбил людей, потому что я встретил где-то 5 людей, и все 5 так или иначе мне помогали. Допустим, вот этот вот пистолет, который у меня есть, и все. Ну, в общем, короче, выйдем со следующей серии, постараемся. Во мне просыпается человеколюбие, у вас явно просыпается жажда крови. Да нет, я с этими ребятами что же пообщался, все нормально. Это, по-моему, прикольно. Да? Короче говоря, увидимся в следующей серии. С вами были Максим Шустрила, Григорий Джек Шепард и я, Артур Блэк. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Всем пока.